Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юлия и Мишка. Всем привет. В общем, ребята, это симулятор таракан. Вы все просили продолжение. Вышло обновление с некоторыми нововведениями. Я решил сначала тараканом побыть, а Юлю маньяк убийц тараканов. Слушай, только ты не убивай меня. Я выйду, ладно? Я страшная. На самом деле, страшнее, чем я. Дядька такой. Я валю, да. Ладно, в общем, я... Куда ты делся? Не скажу, тебе не нужно такой информации знать. Ребят, реально, мы когда играли, персонаж... Ты меня взял! Yes! Я так увижу ножик. Хочешь секрет расскажу? Я пригнулась, Эрн. И все. И ну-ка, тебя нагнись, свалю. Нагнись. Просто посмотреть, как издалека чертил. Ты больше сама на таракан похож, на самом деле. Где ты? Где ты, вонючий таракан? Короче, я так и не договорил, меня Юля зарезала. Сорян. Хотел сказать, что на самом деле мы реально, когда играли, чувак не мог приседать. Вот, а сейчас появился еще удар руки, но я все это покажу, когда сам мужиком буду, когда им стану, вырасту, наемся и стану. Так, нужно искать еду, да. Да, еще Юль, кстати, мы с дихлофосом не показали и с огнем, но есть что, я потом сейчас, сам покажу. Сейчас, встать-то. Где еда? Кстати, еды практически не стало, ее вообще, вообще очень мало. Мало. То есть... Видать, чтобы сложнее, ну, чтобы да, таракан... Ну, на самом деле... и так жизнь непростая. Да, на самом... Ну, как непростая? На самом деле, таракану было легче, что считать? Таракана нужно было убить аж 9 раз. 9 раз убить нужно было таракана. Ну, у меня не получалось. Отложите. Ага. Как сказать, тебе надо несколько раз что-нибудь сожрать. Иди отсюда нафиг. Так. Где ты? Выходи давай, подлый трус. Yes! Бра... Четко! Я вижу твой гнилой труп. Если честно, тараканам стало вообще неинтересно играть. Ну, в плане того, что ну пипец. Жратвы нету, ходишь как дебил туда-сюда. Ой-ой-ой-ой. Ты что, выжил? Этот придурок еще и приседать может. Блин, да это... Стух? Да. Беги, таракайчик. Где? Да ё-моё, это не... Трындец. Ой, а я чувствую вообще... Я так понял, здесь нужно больше игроков для того, чтобы... Усложнилась жизнь. Ну не, больше еды стало. Ну это практически невозможно, блин. Итак, ребята, короче, один на один оказалась очень плохой идеей, так как еды практически нет. Теперь нас будет просто тонна тараканов. Это твоя жопа, что сейчас передо мной была? Да. Побежали! Тараканы вперед! Вот, смотри, какой агрессивный мужик, он опасный, Юля. Я ем. Короче, встретимся где-нибудь, хорошо? Вон, это ты ела сейчас? Да, я съела. Я мимо тебя пробежал. Юля. Меня убили, нет! Короче, давай у нас будет место для свидания. О, слушай, для здесь свидания? Общее место, что ли? Да, такое? Сколько... Точнее, общая жизнь. Сколько он убьет. Так, я что-то сожрал. Это жестоко. Жестко вообще. Так, в общем, встретимся... Что, он нашел? Да, блин, мимо меня. Он все рушит, он бешеный, смотрите на него. Адский, адский. Смотри, он просто хыдыщ. Он давит, беги, Юль! Не, он все нормально. Ты за холодильник. А, ты по занавеске бежишь. Все нормально, нормально. Он за каким-то мужиком. Смотрит. Ладно, пофигу на них, пофигу смотреть. Мы тараканы, наша задача какая? Блин. Не падать и нажраться. Так, может быть, наверху. Лезь наверх, над плиту. Ой, он запалил. Все. Меня запалил. Тут мухи. Нет, он меня запалил. Ой, брызгает! Тварь, он меня пшикал. Юль, ты такую же какулю отсадила. Да, я стараюсь. Я буду его отвлекать. Бись прямо в глаза. О, Юль, клади. Стой на месте, никуда не падай. Просто отложи личинку. Молочек. Я постаралась. Юля у нас это, прям в натуре. Я ж не ожидала от себя. Рождаемость увеличивает. Смотрите на этого придурка. Я ж вон его видала там. Какой мужик-то опасный. Опа, он убил. Слушайте, да, он вообще убийца. Грозный мужчина, я бы сказал. В рассвете просто тараканий мистика. О, еда. У нас он эту личинку убил. Как? Так. А как он ее мог найти? Я не знаю, где там ее положил, что он ее нашел. Нет, он не мог ее найти. Так, я тоже кое-что съел. Я тоже съел. И улетаю за микроволновку. Так, он меня припалил. Все. Вон, я его вижу, парень. На радио. Блин, я вижу, это ты, Юль? Я напротив тебя, кстати, сейчас подлечу дорогу. Вон, я видел тебя. Тихо, Юль, беги! Он в тебя швыряет. Не дошвырнется, нормально. Так, все, я еду нашу. У кого? Он запалил! Это я много наел. Стой, молодец. Тихо. Я жить хочу, я таракан, я ничего не сделал. О, еда, я слишком молод, чтобы умирать, поэтому надо откладывать. А, вот ты? Я тебя видела. Да?
Блин, надо к тебе. Нет! Он тебя убил? Да, сори, я как раз хотел сказать, надо мне от тебя убежать подальше. Я, видать, к тебе внимание привлекла. Ну, Юля, я там личинку сидел, откладывал в хорошем смысле. Блин, он меня... Господи, да что ты будешь делать, а? Мужик, а? Агрессивный, опасный мужчина. Слушай, ну теперь таракана вообще... Еды мало осталось. Ну, нет, теперь веселее. Теперь вот реально игра заставляет играть в компанию, не один на один. Товарищи тараканы, соберитесь. Мы проигрываем эту войну. Точнее, мы проигрываем этот бой, но не войну. Да. Так что, это ты с личинкой, Ю? А, нет, это Дит. Он так посмотрел на меня, такой, здорово, друг. Все плохо. О, еда. Да, нашел? Да, нашел в углу. Кого-то все, мы проиграли. А-а-а, ничего страшного. Еще одна смерть, я как понял. Наверное, сейчас до вымирания. Он все пооткрывал. О, я нашла все себя. Просто пооткрывал, мужик. Во! Это кто-то, я вижу, кто-то бегает. Это не я. Я наверху. Тут мужик уже. Ой, да идем! Блин. Все, считай, ты сдох. Да, вся ты надежда на тебя. Я вижу, что он сейчас кого-то раздает. Еда везде по полу раскидана на самом деле. Он прям он реально фигачит по полной. Все. Юль, ты одна осталась. Юля, он тебя запалил. Да? Тебе капец. Беги, беги. Все, крышка. Прям я тебя вижу. Такой таракашка вообще. Фу, блин. Тебя пасет. Теперь все меня видят, что ли? Он тебя. Ну, все видят, как он за тобой гонится. Все, он уже, он бесится. Он ждет, пока ты выглянешь. Он не смотрит туда пока что на батарею. О, повернулся на батарею. Он тебя запалил. Все. Черт! Ну я, кстати, не ожидал, что я так долго продержусь. Да, молодец Юля и молодец мужик, на самом деле. Он хорошо отыграл. Ребята, теперь у нас целая армия тараканов, и мы готовы отомстить этому мужчине. О, так эпично было. Давайте вперед, тараканирой. Блин, он сразу двоих, троих. Блин, он просто хорошо запасся там. Надо как-то это сразу же валить. Короче, сразу же в щель падать. Вот как я сейчас бахнусь. Так, все, побежали. Газуем. Все, таракань жизнь, она такая опасная. Слушай, а у меня почему? Я ела, главное, что-то. Все, личинку готова, готова, надо валить. Надо валить, отложить ее. Все, я отложил личинку. Да? Причем, знаешь, в таком вроде спокойном месте, я надеюсь. Я, если честно, не особо помню, где я нахожусь. Я вообще не понимаю, что со мной происходит. Так. Огнем спалил меня, прикинь. Ё-моё. Я еще живая, прикинь. Фига, ты тут атаку выдержала. Как? Это было жестоко. Все, по-моему, задействованы тараканы. Нет, некоторые просто вышли. Блин, убил меня! У тебя много еды было? Ну так, у меня уже... Блин, а как он уничтожает личинки? Я что-то не понял. Я не знаю. Он заколебал, если честно. Наш личинку уничтожать. Ой, он с ножом! А что, я как-то зареспавнилась в каком-то странном месте? Тихо, тихо, мужик, он меня давит. Все, все нормально. Вот! Слушай, я вот вижу личинку, он ее реально не достанет. Но, видать, дихлофос... Я буду его, короче, бесить, пускай он... Огненный... О, мужик почти выкакал, его убили. Смотри, я прямо у него под ногами бегаю. Что гад, вот так. Я тебя бешу. Так, секундочку, кого-то затопило даже. Где он? Смотри. Отвлекай. Я пока буду на холодильнике еду есть. Все, сейчас попробую взять. Молодец. И сори, я вижу. Он еле. Все, прибил. Ну, может, хоть кто-то успел. А, и меня тоже прибил, пока я смотрел там на тебя. Сейчас зарисую. Я, короче, буду реально отвлекать, чтобы вдруг... У тебя жизни хватило. Все. Жизни кончились. Вот. Блин, там круто, кстати, со стороны мужика смотреть. Да, наблюдать за нашими. Прям вот тараканы бегают, целая куча, я бы сказала. Еще выживших. Не, реально, вот я... Нагнется. Запалит. Ладно. Кино какое-то было, комедия. Там про чувака, который общался с тараканами. Они ему там помогали потом на свиданку, короче, ходить. Прикольно было. Ну, этого чувака, видать, не лады пошли с тараканами. Ну, он сначала, типа, такой заселился в какую-то хату, а там одни тараканы жили.
И он с ними потом дружился. Я понял, где снимают фильм. Да. В какой квартире. Так, аккуратненько. Что там он есть? Что, пали его, где он там? Ну, мы уже ничего не сделаем, на самом деле. Мне кажется. Ну, да, тяжело уже вообще. Смотри, найти. Горящий. Блин, я куда упал? Мужик ты горит. А еда вся на, только на видном месте, вот на столе. Как на столе вообще можно что-то съесть? Смотри, вот он. С тазом вместо головы. Че? Он тебя видит. Че ты сделаешь? Ничего ты не сделаешь. Иди отсюда. Все, я встал, мне... Ай! Вот так он такой, что, да выпендривался? Все, короче. Ну, я так понимаю, чуваки... Все. Да, ватник победил. Ладно, ребят, на этом мы закончим. К сожалению, тараканы не держали победы. Да. Вот. Но, тем не менее, мы повеселились, и круто было побегать толпой тараканей и попытаться выжить. Всем хорошего настроения. Мужика. Да. Настроения вам и пока. Всем пока.